Приветствую, дорогие друзья, мы продолжаем играть Mass Effect часть 1. Сейчас мы находимся в клубе Сверхновой на Цитадели. И вот эта вот мне парочка, конечно, очень нравится, которая пляшет прямо передо мной, прямо заводит так. Ладно, на чем мы тут остановились? Надо квест сдать, да? И какой-то сделать. А, азартный игрок по имени Шелл сдал нам устройство. Все, пойдем играть. Аккуратненько играть с его помощью. О, Джена. Подожди. Рита, а вот. Hey, Jenna came back looking for work. Thanks for getting her out of Cora's den. Не за что. I was glad to help out. Да ладно, не в моем стиле. Everyone seems real happy to have her back. I sense that you are less than pleased with her return. I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her around. I haven't had a decent tip since she got back. Не дали стоящих чаевых. Понятно. Так, ну что, мы выполнили эту хрень. Майкл. А, все, хорошо. Пошли играть в казино. Что скажешь? Все понятно. Так, играть. У нас бабла много, тут низкие ставки, пошли сразу на высоких заколачивать бабло. Давай, играем. Пим, давай. Ну, короче, мы с этой штучки, которую нам дал, должны частенько выигрывать. И нам нельзя заигрываться, потому что это будет плохо для нас. Надо забрать. Так. Да, давай новую. По-моему, 5 раз надо сыграть, я вот не помню точно. Но заигрываться нельзя, потому что, насколько я помню, могут спалить. Опачки, ну давай еще заберем. Ага. Чувачок нас прокомментировал, что мы тут лаки. Он, короче, следит за нами, этот чувак, волос, который Доран, или как его там зовут. Что-то помаленьку так. Оп, 4-7, ну давай, может быть, как раз. Да! 400 взяли. Играем дальше. Хорошо работает штука его эта. Я планирую, наверное, помочь ему. Тут вообще есть разные варианты событий. Помочь, потом отдать этому чувачку. Вот еще. Да-да-да, вообще. Невероятно. Давай дальше играем. Блин, не заиграться бы. Вообще, вроде какая-то надпись должна появиться, что типа ты... Вы уже все, собрали достаточное количество данных. И хватит играть. О! Во, на устройстве нашелся зафиксировано достаточное количество выигрышей. Не, хватит. 700 баков я поднял аккуратненько. Так, ага, здесь мы уже с вами, по-моему, расследовали. Вот этот Доран, с ним можно поговорить, короче. Насколько я помню, ему можно тупо отдать эту хреновину. И я не знаю, что это будет. Герой будет, не будет. Но чувак вот тот, который рогатый, который нам дал это устройство, он мне объяснил, что... Ему, короче говоря, дали... А, он трудился чуть ли не 5 лет над этим прибором. Я уважаю, в принципе, труд. Ну, поэтому хрен с ним, на. Казино надо надувать, потому что казино надувает нас. Еще бы. Ну да. Ну все, 6000 нам еще, 600 опыта и карта местности. Хорошо. Жучок, каперы, заложник, нашествие мертвого, что-то зовут, шпион, потерянный. Чего у нас только нету? Ё-моё, ребята, играть еще и играть. Блин, ну это моя одна из любимых моих игр, поэтому я с удовольствием ее пройду еще раз, проиграю ее еще раз. Да, мужик? О, Доран танцует. Давай, Доран, зажигай колобочек. Блин, это, конечно, не совсем тот партнер, что мне нужен. Он у меня на уровне паха стоит. Поэтому надо держаться подальше, а то у него там такая... Присоска. Вон, танцует с Рексом лучше. Присосется еще куда не следует. Так, и че, ну, куда дальше-то? А, так, жучок, мы... Нам надо в президиум сообщить Эмили, что мы вернули. А, смотрите, установили этот жучок самый. И нам теперь за это какую-то награду надо. Давай, президиум. Башня, давай, поехали. В принципе, все, ребята. На этом на Цитадели наши дела закончены, по-моему. Больше никаких квестов здесь нету. Так, где это? Вон она стоит. Давайте сохранимся.
already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. Да, это был последний раз. I did this as a favor, Ms. Wong. You're on your own now. Of course, Commander Shepard. I won't trouble you any further. Но она, по-моему, больше и так не побеспокоит. I'm gonna show this to my publisher. Давай. Еще опыта. А опыт очень важен. Надо качать нашего Шепарда, потому что, насколько я помню, на Наверии, куда нам придется с вами еще отправиться, такая зимняя страна, скажем так, там это, там жопа. А, погоди. Там сильные уже противники будут, нам надо качаться. Так, знаешь, куда я планирую? Так, СБЦ. Короче, сейчас что я хочу сделать? Я хочу сбегать быстренько за Гарусом. Взять его опять на цитадель. И кое-где терминал я не вскрыть не смог. По-моему, где-то как раз здесь, в Академии СБЦ, я вам покажу. Но сейчас вот это я показывать не буду. Я приду, когда уже к этому терминалу с Гарусом. Потому что ну, это львиная доля времени займет, блин. Зачем вам это лишний раз смотреть? Так, ну вот, короче, я взял Гаруса. У Гаруса максимальная дешифровка сейчас. Где? Вот. И вот она на консоли, она показывает, что аж высокая. То есть, прикиньте, какое надо мастерство. Ну, попробуем, ручное отключение. Не знаю, получится или не получится. Все-таки высокие. Да, отлично прошли. Так, личность, представляющая интерес. СБЦ установил слежку за Еленой Блейк. Против нее нет прямых улик, но если данные аэропортов верны, то она является преступником, имеющим значительное влияние на цитадели. Последний раз ее видели недалеко от Эмпориума, в районе Президиума. Блин, еще одно задание на цитадели, походу, да? Отлично просто. Эмпориум, Президиум. Ну ладно, Гарус, пока походи со мной, мы сейчас задание возьмем. А по-моему, я что-то такое видел, помню про это задание. Оно не на цитадели будет действие разворачиваться, нам надо будет просто взять его и все. Так, Президиум, Эмпориум, посольство. Вот, по-моему, где-то отсюда надо идти. Что-то такое я помню, какая-то тетка, короче, она нам предложит одну сделку. Связанное с что-то с криминалом каким-то. По-моему, конкурентов устранить или что-то такое. Вот. Но ее еще надо найти. Где вот? В районе Эмпориума, блин. Это вот не она стоит? Ну, нет, она бы лицом стояла. Я бы ее так сейчас вот хоп под ноги. Плавать умеешь? Конечно нет. Зачем вы такое делаете, Спектр? Где-то... Вот он, Эмпориум. Тут здесь эта бабёха, по-моему, она где-то прячется. Нет, не здесь. А, вон она, красная, стоит. Сейчас я сохранюсь. Да, есть, есть. Сейчас переговорим с тобой. Так, чуть-чуть отлучиться надо было. Ну что, давай, Елена Блэк, беседовать. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. Ну, рад за вас. I've got plenty to do already. Of course you do. But this would be easy work for you, and I pay extremely well. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. А, ну что, так просто, что ли? Что-то нечисто, защита. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. Ну это же очевидная подстава. I eliminate them, and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no... Ну, не ты лично, а твои громилы. Почему бы нет? You are the first human spectre, and you are doing important work. Крошит сыр нам на уши, да? I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Да. Our needs are aligned. Прям такие побуждения. Ну, давай без проблем. If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you with the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Ну что, предлагаю тогда прямо сейчас этим квестом и заняться. И откладывать его в долгий ящик, дали отступника нам. То, что мы хотели, в принципе. То, ради чего мы здесь. Так, Президиум. Ну давай сейчас быстренько в СБЦ сгоняем, когда поднимемся, поедем. Так, Президиум. А, не, назад. Так. Думай быстрее, ё-моё. Погнали. Сейчас там еще на лифте ехать и ехать. Ну, в лифтах иногда бывают интересные диалоги. Погнали.
Я помню, когда первый раз играл Гарусу, когда навыки прокачивал, у меня сестренка маленькая к компьютеру подошла и говорит: «Это что, котенок?» Они реально немножко на котов похожи. О, Батия. Это который этот, не русский, просил жену его забрать. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance Military on the extranet. Это нам и так все ясно. Я думал, вы скажете, какой молодец Шепард, что ее тело оставил для исследований дальше науки. Короче, Гарус — это котенок, а ручной. А Рекс — это ручная черепаха Шепарда. Сохранимся, да, отправимся. Все, полетим тогда сразу по этим заданиям быстренько. У нас там их еще куча, но я не хочу откладывать это задание в долгий ящик. Там, по-моему, надо в несколько точек отправиться. Минимум в две. Уничтожить головорезов, а потом к этой бабе лететь. С ней общаться. Дик. Биг Дик. Так. Куда я приперся, блин? Я уже заблудился. Собственно, в корабле. Давай, ускоряйся, Шепард. Тренировочка, тренировочка. Тут можно бегать, реально тренироваться вот так по кругу. Оп. И спортзала не надо. Вот так вот, хоп. И дальше вот так. И побежал обратно на цитадель. Так, сохраняемся. Еще раз. Много раз сохраняемся. Бывают баги, глюки здесь. Десятка не очень совместимая. Масочка. Назад. Так, а куда лететь-то, блин? Какого хрена? Не помню. Дже. G. Бандитские войны. Так, одна из конечных лидеров. Хань, скопление Сигмы Близнецов. Полетели в Сигму. Второй протон прочитаем. Где находится? Давай, 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 шевели яйцами. Так, Сигма, Сигма, Сигма. Вот она. А, вот, помните, здесь не было раньше ни хрена. А может, не помните, я исследовал так это. Планеты. И тут, короче, раньше не было. Теперь она открылась, эта система. Была пустая туманность, теперь туда можно лететь. Надо будет ее тоже исследовать на наличие ископаемых. Я так думаю, что этот обширный квест, по-моему, он еще нам пойдет на пользу во второй части. Там перенесутся эти ресурсы. Как-то, я не знаю, или у нас денег будет больше изначально, что ли. Но, по-моему, как-то это влияет на продолжение. Поэтому надо тут все это дерьмо исследовать. Так, давай, начнем с этой. Потонали разведать. Легкий металл, отлично. Вот так вот я, короче, нафармил все 400 тысяч. Так, тут приземлиться, да? Вигон. Может быть, нам сюда и надо. Паравин. Разведать. Матриарх, это тоже надо. Все эти писулечки. Тут. Ни хрена тут нет. Тут есть еще такие с поясом астероидов. По астероидам этим лазишь, и можно астероиды находить, на них тоже всякая шляпа, там металл какой-нибудь найти можно, и все такое. Но, по-моему, я уже это говорил об этом. Все, по-моему, да? Значит, нам на Мавигон. Что тут у нас? Большая скалистая планета, льдом, атмосфера, аммиак, метан, наполнение жизни примитивные. Минус 124. Первый уровень опасности. Так, кого брать? Кого брать? Гаруса взять, не взять, как дешифровщика. Лиару, наверное, возьму, она сингулярит хорошо. А Гаруса что, как дешифровщика взять? На всякий случай, пока у него самого дешифровка не поднялась. Я еще хочу Тали. Вообще у меня мысль закралась с Тали поромансить. Ну, по-моему, в первой части с ней нельзя, во второй можно уже с ней замутиться. Наверное, если и будем, то будем с ней. Прикольная она, девчонка. Хоть и непонятно, что у нее там под маской. Может, там негр. Какого хрена мне комментарии идут. Блин. Так, все вроде. Взять Тали и Лиару. Тали и Лиару. Зачем? Ну, давай возьмем, кстати. Посмотрим, во что можно Тали вкачать. У нее, по-моему, уже куча очков там не раскачано. Это тут обновление Windows 10, я вообще не знаю, как его отключать. Я не люблю, когда комп обновляется. Это, конечно, там пишут, что это все типа безопасности, актуальность компа вашего, все такое, но ни хрена. Блин, зря я ее взял. Нахрена я ее тогда взял-то? Вот. У меня электроника у самого хорошо.
А сейчас мы что-нибудь не вскроем, и все. Надо ей тоже дешифровку качать. Так, Лиарушка, сингулярность. Себе надо. Я вот думаю, добить себе эту самую дешифровку или нет, чтобы уже не зависеть. Надо, наверное, добивать все-таки. Так, что тут у нас есть? Давай поедем к обломкам, но... Прикол в том, что... Эти планеты надо исследовать. Тут, короче, бывает такое, что ресурсы сами по себе валяются, они на карте не отмечаются. То есть, есть вероятность кого-то что-то найти. А еще можно напороться где-нибудь на открытом пространстве на молотильщика. А, посмотри, по-моему, я уже ресурсы вижу. На радаре светится. Да-да-да. Вот они не отображаются, но надо ехать собирать, потому что нам этот квест надо бы закрыть. Давай, Тали, ты за рулем. Должна уже научиться рулить. Ух ты, ё-моё, площадка. Ну тут, может быть, молотильщика и не будет, холодно сегодня. Очкового молотильщика замерзнет здесь сидеть. Хотя под землей теплее, по сути. Хотя если земля мерзла, я что-то не пойму, куда. Где-то на выемке, наверное. Ну, конечно, в самой жопе там где-то. Сейчас вот я еще хрен вылезу, скажет, поставь, да, на ровную поверхность. Холодно, 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 яйца, яйца висят. Яйца, яйца, давай, 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 давай. Быстренько, шепардик, тяжелый металл, ну, 6 тысяч получаем уже, неплохо. Да сядь уже, right here. А где я вообще нахожусь? Там вот какая-то аномалия, смотрите, еще обнаруженная. Тоже не помечена на карте. Вопросик. Что это там? Кто-то валяется? Или что-то валяется? Вот так вот падать тоже опасно, потому что может колесо там повредить. Сотрясение мозга получить, если ты будешь так летать. Найти артефакт, дешифровщик, мастер я. Ага. И вся моя семья. Да ладно. Во. Жетончик теперь, да, это тоже по квесту. Ну давай, садись. Да блин. Пока не приросло к жопе ничего. Можно, конечно, еще ресурсы поискать. Надо посмотреть, в каком направлении двигаться. Давайте куда-нибудь сюда. Планетка, в принципе, небольшая. Сильно у нас это много времени не займет, покатушки эти. Ну вот что я сейчас заберусь, хочешь сказать? Алло, ну давай. Нет, конечно. Это тебе не Скайрим. Блин. Лошадь бы здесь точно проехала уже. Что скайримская, что обливионская. Ну, в обливионе, по-моему, это меньше сделано. Да ладно, ну. Твою мать. Вот на таких местах мы сейчас, конечно, с вами тут затупим и время потеряем гору. Ну, давай. Ой, это, кстати, это, по-моему, светится. Сама эта звезда. Хань. Светится Хань. Короче... Полезно исследовать планеты просто так, потому что вот можно квесты все эти доделать, бабок наполучать, опыт тоже, опыт, конечно, важнее. Я хрен знает, докачаемся мы до полтинника здесь или нет, но в принципе, если выполним все квесты, я думаю, наверное, дойдем. Да какая-то жопа, там уже все обрыгались в этом маком, 100%. Это насколько надо вестибулярный аппарат хороший иметь, чтобы так ездить здесь, в этой игре. Во, вот тут может молотильщик какой-нибудь быть. Открытая местность. Давай, молотильщик. Ты ж не просто так тут местность открыл. Не, слушай, наверное, никого нету. Ну точно, наверное, нету. Не слишком. А вот может здесь. Слишком все ровно и гладко. Молотильщика мне. Морозного, мерзлого. Ну нет, не хочет. Плохо. Так, ну что-то я ресурсов я не вижу. Давай еще вот сюда скатаемся тогда. И пойдем по месту назначения. Может быть, по пути что-то найдем. Может, молотильщика найдем. Попробуем хитрушку на нем использовать эту. Подстрелить его на мака. А потом добить его, просто выйдя и напуляв ему. Со снайперки или еще с чего-нибудь там. Говорят, опыта больше дают. Ну, не знаю, насколько это правда. Сейчас не могу сравнить. Это надо будет предыдущие видосы посмотреть.
где я молотильщиков убивал. Но это сейчас тоже будет уже не актуально, потому что там-то на разных уровнях он убивается, получается. Вот, тут, кстати, может быть, да? Вполне. Ну, вполне же. Друг молотильщик. О, ресурсы нашел, прикольно. Не, молотильщик нам не друг и не брат. Он боится. Шепард на охоту вышел, говорит. Сколько братьев моих полегло от него. Его в бочку. Шепарда. Свой еще там придумками, как меня завалить получше. Там опыты, чтобы за меня получить, он думает. Я лучше посижу под землей. Каких-нибудь тупорылых альянсов там опять в ловушку заманю. Ну, солдатов. Которые, радар, надо спасти человека. А там хоп, ловушка гетов. И все, идиоты. Ну замерзнем сейчас, шевелись. Кобальт, кобальт. Ничего, не пролезем, пролезем. Легкий металл, отлично. 120 хп. XP, хп, XP. Все, предлагаю к обломкам. Вот, наверное, убежище синдиката, да. Поехали, разведаем обломки. Не думаю, что здесь будут еще какие-то ресурсы. Вообще, что там у нас сильно много по ресурсам? Ресурсы полезные. 14, 14, 12. Ну, еще много. Газов мы уже перебрали, а этих еще по 6 и по 8. Вообще нормально нам путешествовать. Жалко, переизбыток и зачет не идет. Ну, как он идет? То есть, если бы я газ обнаружил сейчас, то мне бы тоже деньги там и опыт. Ну, что такое? Ляра, давай-ка ты за руль. Тали, что-то не справляется. И, видать, капюшон этот мешает обзору, ведро на голове. Сам я не рулить ни за что таким говном не стану. Шепард у нас не такой, его только личный водитель возит на этом Мака. А сам он просто одной рукой держится за жопу, а второй за рот, чтобы не полилось с обоих мест, так как качка просто дикая. Вот такой вот спектр, у него тоже свои слабости бывают. Укачивало в детстве в автобусах, и вот до сих пор не прошло как бы. Или на машине на заднем сиденье тоже была бы укачивала Шепард. Ну и что, хотите сказать, я тут подымусь? Ляра, задействуй сингулярность. Силой биотики бы так тоже можно было управлять транспортом. Хоп, где-то приподняться, где-то еще что-то, было бы круто. Во второй части тоже будет Мака, но он будет другой немножко, там, своеобразный, летающий. На воздушной подушке, по-моему, назывался. И он, на нем нельзя будет исследовать. Только вот здесь будет молотильщик, да, ну стопудово же. Ну смотри, какое футбольное поле. Футбольное поле. Сборную России с молотильщиком на футбольное поле надо. И тогда будет веселая игра. Да ладно, ничего реально нету молотильщика. Слушай, ну не верю. Подожди, это было. Что-то дрогнуло, нет? Да чтоб тебя, ну как так? Молотильщика мне. Ну нет, наверное, сильно холодно здесь. Не его климат. Хотя, по-моему, у червей они это, не теплокровные. А хотя я хрен его знает, это же не ящерица, это же черви. Что у них там с кровеносной системой, я вообще не в курсе, как бы. Там, по-моему, их крови-то никакой нету. Да и шифровочка. Так, ну это уже, наверное, уровень средний, хотя, может, низкий, хер его знает. О! Количество приветов в настоящий момент 136, максимальное 150. Вам придется избавляться от всех моментов, которые вы найдете. Рекомендуется что-то сделать с этим, придурок. Такое вот сообщение. Ну, будем что-то делать с этим. Ну, то, что я придурок, это я, конечно, блин, разозлили вы меня, ребята. Казнить того, кто делает такие сообщения. Компьютер, что ли, взорвать? Слушай, что-то лимит предметов превысили. Значит, надо либо продаваться, либо унигель. Я предлагаю, может, унигель. Все спустить потом, попозже. Потому что у Нигели у нас меньше гораздо, чем этого говна-то денег. Но хотя деньги вроде бы они тоже должны будут потом понадобиться, потому что вооружение спектра стоит немало денег. И, по-моему, можно всех вооружить. То есть не только спектру будет доступно, а можно купить все вот эти дробовики, штурмовые винтовки и прочее дерьмо и раздать команде. О, там какой-то светится херь. Наверное, турели.
Наверное, турели. Вот чё, вот сюда можно было бы уже троих или четверых, я посчитал, молотильщиков запихать. Но нет, нам сильно холодно здесь сидеть. Еды нету, мы тут только лед бы грызли. Мы предпочитаем пустыни. Его метет реально, ни хрена не видно. Мне эти молотильщики «Дрожь земли» напомнили. Фильм, наверное, смотрели тоже. Гробоиды там, эти черви. Ну да, прикольно. Правда, эти ребята гораздо больше этих гробоидов. Так, ну я так понял, они там, внутри. А как подъехать-то? Копались в скале. Молодцы такие. Типа не подъедете и не подпрыгнете, да? Да ладно, хрен вам. Не знаете вы мою машину. Так. Давай, братан. И тут же на эту натуру. А, нет, уже прицелились. Так, вот это вот без говна. Вот этого, пожалуйста, ракетного. У меня на борту великий электроник. Это Тали. Да и сам я не промах. Оп. Далее как летаем. А на таком холоде только и будешь летать. Так, меня, кстати, подбили. Подбил, козел, меня. Еще, по-моему, подбил. О, левелапочка. Это же замечательно. Да правда, что ли? Я сам вижу. Так, два очка. Куда? Давайте добивать дешифровку, я думаю. Чтобы потом уже не зависеть ни от кого. Броню, конечно, тактическую надо. Средняя броня. Это тоже все надо. Обаяние. Я не знаю. Обаяние чисто скидку. Можно будет прокачать его на оставшиеся очки. Но оно в приоритете у нас менее важно сейчас. А убрать это... Подожди, какое главное меню? Ты что, совсем придурок? О, сейчас бы вышел. Так уже сколько раз прервал игру. Cover me. Какой ковер твой? Ковер тебе, ковер. Cover me. В ружье, пацаны. Лиара, когда ты выздоровеешь, скажи мне. Ну ладно, пока не в ружье отставить. Посмотрим, может, что вскрыть можно. Точно, аптечка. Рано я ее заюзал. Надо было потом, когда нам было бы плохо. Слушай, может, этой дать что, а? Сейчас, погоди. У нас Тали, наверное, вообще не вооружена ничем. Конечно, у нее пистолета нормального нет. Возьми, пожалуйста, девочка. Дай ему тебе что-нибудь. Вот отдача-гаситель сюда. И... Любовь моя, на тебе. Нет, подожди. А, вот крил патроны будешь патронить. Че у тебя под доспех? О, давай тебе этот инструмент дадим. А какого хрена? Может, я себе его дам? Или лиарушки? Бонус нет. Лиарушка первая помощь у нас, поэтому ей возьмем. Ублюдок Шепард у нас какой-то хрен вонючий, потому что у него вообще-то этого нету. А, у него тут... Подожди. Вот. Нет тогда. Тали, охренела? Лиара. Верни. Как это говно ей отдать? Верни мне инструмент 5. А, вот. Шепард должен пользоваться этим. Вот так вот. Так, фон Сирта, это что такое? А, это биоусилитель. Да тебе не нужен вообще у нее инструмент никакой. Давай мы тебе самое говно дадим, вот это. А талючки наши надо что-то дать. Дешифратор 14. Блин, бонус. Давай умение тебе вот так сделаем. Так, что по броне? Исследователь. У тебя защита от био, но щиты хорошие. 13. Забирай. Вот такая больше у меня черненькая. Так, у Лиары вроде бы более-менее все. Это все на человека, Крогана. Что у меня на броне? Феникс. Защита от физурона, но щиты и защита... Ну-ка, давай. Да, давай. Во. Вот такой я теперь космонавт Гагарин. А теперь всем ружье, потому что там уже enemies. Ну где вы, шалуны? Вот мне не нравится, когда они там затаиваются так, типа. Так, всем быть аккуратно. Стоять вообще на месте желательно бы. Ну, конечно, вы не будете слушаться. Вот как вот подкрасться, они все за коробками такие там. Тихо.
Сейчас, как только нас спалят, начнутся вопли, они скажут: да, Шепард пришел. Все, отходим. Сам watch out. Назад все. Придурочная ты, Лиара. Ты команды выполняешь вообще, нет? Я не в нее целился, Давай, разряди все свои биоумения в стену. Твою мать. Лиара, мать твою, за ногу. Грубым образом. Так, надо ее, короче, как-то она что-то совсем у нас тупит. Очко свое переместить. Надо чем-то его добить. Есть чем? Долбани катали ему. А, все, молодцы. Слушай, Лиара, я тебя лечить не буду. И вообще. Удерживать позиции. Я сам хочу попробовать. Тихо, 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 братан. Не вздумай штурмовать меня. Перегревы, конечно, эти. Ага, на штурм вышел, да, эти? Ну что, Бобик, ты как там, живой? Ему надо саботаж кинуть. Этичка. А что, тут одни кроганы, что ли? Крюганы. Так, вот, с этой штукой аккуратно надо. Ага, вот видели, кто-то пролетел. Бобик, тихо. А я вообще кому сказал позицию-то удерживать? Какого черта вы вылезли? Турянец, да? Да хватит уже. Придурочным таким быть. Какие у меня вообще есть умения? Усиление щитов. Надо на пятерочку его поставить. Это регенерирует нам щиты. Оно быстренько так. Кто? А в упор хочешь так? Макс, зачем? Это было больно. Ты читеришь. Ляру вылечить? Наверное, давайте вылечим. Что-то не нравится мне. У него, кстати, хорошее умение. Первая помощь. Кто там? Привет, брутишка. Хедшотика не заказывали? Это тихо. Давай. Ой, мне кто-то в бок. Ой, мне кто-то в пузо. Там сзади какой-то ушлепень. Так, вот с этим надо сейчас что-то делать. Давай думать. Last Shields. Делаем вот так. И... Да, бей ему в морду. Твою мать. Пошло не по плану. Ёп, моё. Тали, красава вообще. Смотрите, она просто кое-как держится. Что, у меня рука затекла. Когда там пенициллин у нас откатится? Я хочу всех вылечить. Себя в частности. О, у меня, кстати, реген. Ну, надо Тали подлечить тоже. Оп. У Ляры, по-моему, прокачана первая помощь. Поэтому он хорошо с ней. Так. Движение. Движение. Движение вверх. Где ты? Ну что-то мы долго возимся с ним, ну. Добра дожали, я такой злобный парень. Где ты тут убивать собрался? А, мимо нет. Да ладно тебе. А, так это авторитет. Авторитет, тебе сейчас очко раздерут. Кто там? Наемник. Наемник, тебе надо вылезти из тени. Я сейчас здесь забегу тогда. Где там наемник? Привет, наемник. Голову хочешь? Нет, не хочу, Шепард, пожалуйста. Наемник, ты что тут спрятался сам умный? На, бубен. Макс, что ты делаешь? Хватит играть. Яйца, бля. Вот, подожди, там вот этот чувак Кроган, что ли? А, спину больно. Вау,
Главарь бандитов уничтожен. Ирина была права, ребята тут развернулись не на шутку. Ничего, скоро все изменится, одного уже нет, осталось дело за вторым. Все. Мы справились, надо что-нибудь здесь взломать. Да. Надо пенициллина пополнить там запасы немножко. Стоп, а это наши. Что скажешь, Лярочка моя? Иду, а ты что скажешь, любимая? На колени, Тали. И выполнять поручение. Ладно, это не в этой части. Поручение она будет выполнять уже во второй. Так и быть уж. Найдется в каменном сердце Шепарда место для женского мяса. Так, что тут? Два пути. Сокровища хочу. Пират Шепард хочет сокровища. Че, единство и какое-то говно. Я, короче, наверное, вне записи все это сделаю. А это что, мышка какая-то появилась. А, Макс. Тихо. О, какой Макс? Шепард, а не Макс. Вот, три пенициллина. Все, то есть, мы здесь пополнились. Что-то у меня мышка забегала по экрану. Местами. Я вот говорю, это вот обновление долбанное Windows, я не знаю, их никак нельзя, я не знаю, как на десятки их прекратить. Я что-то читал статьи в интернете, ни хрена не прочитал. Не надо, чтобы обновлялось комп, оно, по-моему, только губит. О, среднее. Ну ты чё, дурак? Давай. Так. Сколько? 144. Вот так вот. Так, и так. Ну, пенициллина набрали. Я замыкаю. Замыкает мое. Замыкает аппарат, Шепард. Что-то я заблудился здесь уже, короче. Ну что, где выход-то? С другой стороны, да. Площадка, конечно. Прячься не хочу. Напоминает эту арену. В сталкере. В баре, где ты можешь выходить и там среди гаражей. Из гаражей сделали арену, и тебе надо там в лабиринте драться. Что-то подобные локации тут есть. Консоль, выход из здания. Ну давайте выйдем из здания, и нам надо направляться, получается, уже в другое место. Но сейчас я посмотрю, что у нас со временем. Возможно, в другое место мы отправимся уже в следующей, блин, серии. Ну да, друзья, надо прекращать уже этот балаган. Возвращаемся на Нормандию, прекращать серию. Вот, спасибо большое, что смотрели. Надеюсь, она вам понравилась. Продолжим этот квест в следующей серии. Нам осталось еще одну планету посетить. Я думаю, это будет быстро, потому что часть этой серии вначале мы потратили на разговоры, да? А в следующей серии уже будет у нас действие, будет экшен. То есть, бандитские войны закончим. Потом мы пойдем, знаете, куда? На великолепный. Там вот чувак, который рядом с журналисткой стоял, он просил брата его помочь найти. То есть мы там тоже будем драться. И сейчас, короче, у нас везде начнутся только драки. Вот, вроде бы. О, почти все диски нашли. Майор Кайл. То есть везде будет у нас спецназ. Феррес просрал, блин, квест. Эмблема еще до хрена. Вот таким вот образом. Спасибо, друзья, что смотрели. Ожидайте следующих серий. Здоровья вам и вашим близким. Всего вам самого хорошего. Ну и всем пока.